Глава 28 книги притчи Соломоновых. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых — то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон — сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый — мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо, такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они упадают, умножаются праведники.